А как же все-таки искать? На экране пример поиска информации о человеке с использованием элементов языка запросов Яндекса. Язык запросов Яндекса, ускоряющий поиск информации, является темой отдельного разговора и, возможно, даже видеокурса. Сейчас мы с вами последовательно используем эти символы на примере Наташи Закхайм. И вы увидите, как изменяется количество результатов поиска в зависимости от запроса. Итак, тестируем первый запрос. Наташа пробел плюс Закхайм. Результат 14 тысяч ответов. Второй вариант запроса. Плюс Наташа пробел плюс Закхайм. Результат не изменился, также 14 тысяч ответов. Третий запрос. Наташа, косая, скобка, минус один, пробел, плюс два, скобка закрывается. Закхайм. 132 тысячи ответов. И так далее. Пробуем все варианты запросов для того, чтобы проверить их эффективность по количеству выдаваемых ответов. Домашнее задание. Проверить эффективность языка запросов Яндекса, используя свои имя и фамилию.